запчасти. Тормоза по кругу. Опорники. Две пружины. Шевроле щиты. Колодок нету. Наручник. Буду менять. Из-за чего вот эти опорники меняю. Сейчас покажу, как они болтаются там. И мне все говорят, оно так должно быть. Я говорю, нет, не должно быть. 10 лет работает один в сервисах. Тоже говорит, так оно должно быть на лошади. Я знаю, что она не другая система. Но она так болтаться не должна. Так болтается, значит, она не работает, она бьет. Яма попадет, сверху уже все. Шайба об чашку бьет. Ну, покажу сейчас, подниму. Не поднял. Видите, сколько тут. И вот, если видите, пятна. Вот от этих пупрышек. В ямку попали, она бьет об чашку. Эта сторона еще не била, но та била. Яму поймали хорошую, походу. И сейчас покажу, как она болтается. Вот самое интересное это. Здесь ладно. Еще как-то терпимо, как говорится. Но он вверх-вниз. Не должно быть такого. Болтается он весь. Это много. Эта сторона вообще капец. Но она наверху вот на них сидит пока. Из-за этого тяжело шевелить. Видно, не видно. Болтается весь. Ладно, сниму, покажу, насколько они просили. Уже косяк нашел. Они говорят, руль тяжело крутится, да? Вот она в таком же положении вот на машине стоит. Вот этот вот вырез. Вот видно, да? Он стоит сбоку. А он должен смотреть на начало витка. Вот тут, назад. Назад должен смотреть. Он не пойми куда смотрит. А левая сторона, водительская, она должна смотреть вперед. Вот этот вот вырез. Уже неправильно тут. И вот сравните, сколько сожрала. Она в чашке, вот этот вот, в чашке крутится сама. Потому что неправильно там ничего. Вот новый. И чё? Мне твердили, что она не просела. Она просела. Пол сантиметра точно, больше даже. И вот на эти, посмотрите. Она по диаметру даже. Та маленькая. Вот так вот. Ладно, еще разобрал. Руль, говорит, тяжело крутится. Конечно, будет тяжело крутиться. Она, считай, здесь согнула ее на эту сторону. Все, снимаю пружину. Новенькая пружина. Опорная шайба там. А этот подшипник. И все, собираем правильно и нормализуется. А то, что регулировки здесь испортите, эти, они намертво, тут не испортить их никак. Смело с болтов можно снимать. Не как на ВАЗах. На ЛАДах, как они правильно. Вот, уже первый косяк есть. Все, снимаю все. Я думаю, еще подшипник, наверное, там что-то не то. Потому что вместе с корнями крутится. Там-то вам не видно, наверное. Там уже все блестит. Не пойми, что там. Все.
Вот уже перепутали. Ее согнул он в бок. Если вот так смотреть, неправильно стоит. Как так можно, там же есть своя канавка, вся фигня. Видно же, что криво затянул ее. Да, ладно, разбираю дальше. Смотри, вот какой он. Вот эта вырезка, он должен назад смотреть. Вот эта тонкая сторона должна наружу смотреть, сюда. А его поставили вот так. А эта сторона толстая у него, она должна быть внутри. Чё смотрели, ёпкарная бабая. Смотрите вот разницу. Блять, как показать-то? Его еще вон внутрь согнуло. Где-то удар хороший такой поймали, наверное, вот такой должен быть, он прямой. Вот этот. Прямой должен быть. А этот внутрь согнуло. А мне говорят, оно так и должно быть. Смотрите, насколько она просела. Это еще в кривой доске лежит. Вот эти канавки, вот здесь какие жирные. Здесь вообще их не осталось. Еще самое интересное, ее я же говорил, неправильно собрали. Где, бля? Подшипник. Из-за того, что неправильно собрали, он никогда не крутился. Он весь заржавел уже, все. А вот новый. Откуда таких рукожопов берут? Звонил к соседям там. В районе собирали. Да уж. Руль у них тяжело крутится. Они друг к другу прикипели уже подушка. И вот это основание. Они друг к другу вместе с подшипником прилипли. Я ее молотком. Ну, пару раз ударил, она отлипла. Частица колебался, все заржавело. Сейчас посадочную канавку почистить. Ну, она чистая, сейчас побрызгаю еще раз. Почищу. И все, собираю. И стойку после того, как прокачали, на бок нельзя ложить, запомните. Нет, кто мне тындысил, что она так и должно быть? Вот сейчас он на полном опущенном. Я его еще не прикрепил никуда. И вот смотрите разницу. А, даже не болтает. Сверху вообще. Вот так он должен быть. Отпущу, потом он откроется немного. Потом покажу. А он у меня вверх-вниз только сос, наверное, 1.5 сантиметра, бля, ходил. Другую сторону покажу. Некогда было, честно, снимать. И вот кто мне твердил, что он должен быть вот так, смотрите. Он болтается весь. И вот сделанная сторона. Вот так он должен быть. Усирайтесь, доказывайте, что он так должен быть. Да, сейчас еще одну вещь покажу. Вот подсунул лопату. Смотрите на опорник. Это я легкого сидел. Пошли на сделанную сторону. Также ссовываю лопату. Смотрите сюда. Вот напрягаюсь. Машина шатается. Нисколько не шарится. Вот так он должен быть. Так что, прежде чем что-то писать, доказывать, подумайте. Хотя бы на других каналах посмотрите. Вот низ открутил. Смотрите, как он. Все, блядь, там. Он вместе с резиной крутится, там подшипники заржавели. Да уж, сейчас все сниму, посмотрим. Эту сторону тоже, наверное, перепутали. Эта сторона вперед должна вот эта резко смотреть. Сейчас смотрим дальше. Вот как она стоит на машине.
Ну, здесь почти угадали. Насколько ошиблись тут? Ну, примерно начало ветки здесь. Вот здесь он должен стоять. Сантиметр на два. Ошиблись. Да уж. Здесь то же самое. Тут еще подшипник пытался как-то там крутиться. Тоже все. Кирдык. Весь заржавел, бля. Да уж. Ладно, ставим новую пружину. Опорники новые, все новое. Собираем, меняем накладки. И назад переходим. Пружину на 2 сантиметра. Старая. Та сторона вообще сломанная. И уже жесткость у него не та. Устал. Новый тоже уж сыромятина, блядь. Ладно, ставим. Вот ровное место нашел. Видите разницу, да? Это на видео так кажется. Этот старый-то, он вообще маленький. Насколько просел. Конечно, будет болтаться. А мне вот усираются то, что это так должно быть. Он должен болтаться. Я знаю, что там механизм другой. Но он не должен болтаться. Еще подшипник он заржавел. На этой стороне то же самое. Все, он не крутился. Вместе с резинкой вот там крутился, наверху. Из-за этого скрипы, ну тут не видно, блин. Из-за этого резина скрипит. Вот. Сейчас поставлю еще, покажу, как она болталась, как этот висит там, и как должно быть. Вот поставил, верхушку затянул, пока. Вот смотрите, как тот болтался, и как этот, он намертво. Его еле шевелишь. Вот, теперь думайте сами, как вас назвать, диванные эксперты. Все твердили мне, так и должно быть. Если бы не знал, не лез бы я сюда. Вот так вот. Все, собираю дальше. Меняю накладки. И назад. При всех отпускаю. Подъемник оторвался. Смотрите разницу. Эта сторона. Сколько была она? Вот так вот не болтается, ничего, вообще идеал. Вот сейчас поднимаем. Вот машина болтается. Зашатается. Водительская сторона. Намертво. Все. Вот так он должен быть. Хоть он поднятый, не поднятый. Без разницы. А то поддомкрашивают, думают, что резинка расслабляется там. И болтается. Не должен он болтаться. Все, сзади тормоза меняю. Пускай забирают. Колпачки одеть сразу.
Так что не слушайте диванных экспертов.